Вот, ребятки, мы и в Херсонесе. Почему-то Таврическом. Главный вход. Вот мы так знатно припарковались. Сейчас только шляпу свою возьму. А то голову мне напечет на ловушку. О, а вот и Настюша с билетиками. Сейчас нам скажут, сколько это все стоит. ₽350 все это стоит. Да? Ну, шикарно все. Там и музей. И музей. Ну, что пошли? Как сад, типа. И сад, и огород. И, да. Ну, пойдем. Так ты меня откуда привел? Это ребята, которые светили. Светили Русь? Да. Нормально. Крещение русского князя Владимира Херсонеса. Нет, не это как сказать. Не знаю. Это, короче, древний Херсонес вот здесь. Вот. Карта такая, непонятно, правда, где мы находимся. Один, два, вон тут расшифровки есть, башня какая-то. Вот барельефы. Видно, не видно. Настюша что-то читает. Что там такое? Чтобы открыть описание объекта. Открыть страницу, тут верное описание. Пойдем смотреть. Ну, все какое древнегреческое. Ну да, это, наверное, археологи есть тут в этих палаточках. Да, когда я здесь был, здесь не было никаких, конечно, ни помосток. Нифигашечки. Но вход, но вход платный был, да. А нам бесплатно было, конечно. Да нифига вообще здесь не было. Такого обустроенного, знаешь. Типа вот кусочки какие-то. Гранитные. Керамик, дата создания, возникновение не определена. Античные куски античных колонн. Пристенные склепы. Номер 1013-1014. Да вот эти вот склепы, что ли? Ага. Оба склепа датируются 1-3 веком. Были построены, однако, и что-то там имели невысокие прямоугольные камеры с 200-кратным, что-то там, чего-то там. А мы только вот здесь. А где вход-то был? А, вот входы, вот машинки стоят. А вот здесь мы вошли, где-то, да. Или хрен его знает. Или вот здесь мы вошли. Здесь, наверное. На кругу или здесь. Вошли, теперь сейчас город сам повернем. Походим по городу. Мы пойдем по городу. Пошли. Вот это сюда получается. Да, получается, это такие типа ворота в город как раз. Ну, о, античные городские ворота, да. О, 3 век до нашей эры, ничего себе, после перестройки оборонительной системы города проход орга. Ну, вот такая вот штука. Античные ворота, ага, да. Ворота. Вот, а вот и древнегреческий город. По стенам не ходить.
Да, очень круто. Круто-круто. Вот такие домишки у них здесь были, да, сразу же? За воротами. Ну вот, можно потрогать, наверное, камушки-то. Камушки-то настоящие. О, древнегреческие. Нифига, тут даже, я тебе говорю, не огорожено ничего не было. Какие-то штуки-то там висят. Непонятно. Круто. Слушай, все равно, да, все это какой-то такой глубине небольшой, да, получается, типа. Ну, это же. Землёнок-то откапывали все, понимаешь, то есть это все равно землей как-то занесено. С великого потопа. Главная сцена. Это вообще непонятно, что озеро здесь, не помню. А? Да более-менее вот съезды. Дальше туда наверх пойдем. Гладиаторские бои, когда были. Они тут все раскопали. Это их специальный автомобиль, Кирсана Ставрический, на нем было написано. Думал уже в стоп-хам начать играть. Вот такая красотища. Статичная красота. Что это? Что это? Это аббревиатура. Что это такое? Голюбиви. Вот они старые, что ли, античные вот эти, которые на одной гривне изображены. И да. Которые, собственно, логотипом, ну, логотип становится вот эти колонны, что ли? По-моему, нет, они там еще должны быть. А этот, да, Кирский крест, он на первый вообще здоровый, на самой колонии огромный. Каждому по первой. Где он? Да, вот крест. Ну, типа, не знаю. Он вместе с основаниями? Да, вместе со всем. Здесь он, видишь, основание упаковывается. А там дырка посередине. Знаешь, что здесь и странности а-ля, да? Вот, потому что они разной толщины все. Что-то такая, это чуть поуже колонны. Это типа колонны. Бороздка. Они, видишь, не оборудованы здесь. И как бы ходишь такой. Понял? Да. И вот так вот, туда вот так раз пойдет. Вон эти какие-то чертовы мандарины, финики. Вон они, что это как его? Инжир, вон. Инжир, вон. Он зеленый, видишь?
Начинает только синеть, вот-вот. Начинает только синеть. Ага. Все, пошли. Что не видел. Вот такие древние здесь лучки. Вот. Древнические камни здесь никому не нужны. Типа аля откопали там, а здесь копать типа не нужно. Нет, здесь на самом деле тоже копали. Вот, смотри, вот он валяется. Видишь, какой аптек. Ну и что? А почему они там лежат на поддоне, а здесь просто вот так валяются? Странно это все, странно, ребят. О, смотри, смотри. Инжир. Сейчас дядь Гриша будет его пробовать. Созревший? Раз задонатили, не созревший еще. Пахнет. Зеленой травой просто пахнет. Каким-то сорняком. Как одуванчиком все равно воняет. Только внутренность ешь. Представимся тут вот это вдвоем. Ну что, город-то не надо снимать? Дорогу снимаешь все это время? Да нет. Выбрасывается с собой? Выбрасываю, выбрасываю. Зачем она нас с собой? Сладкие ошибки. О, сушки полетели. Так. Вот здесь прям можно докоснуться. Вот прям спуститься, докоснуться к вечности, грубо говоря. Угу. Эти вот брусья поддерживающие. То есть, ну, их так немного подсобрали здесь. Ребят, кому это древнегреческий камень привезти? Давайте разыграем. Ой, подожди, я через это, через дверь войду. А тут, наверное, дверь. А я такой, как толстый спецназ, блин, через окна. Всем оставаться на местах. Ну тут, наверное, можно работает было YouTube. Хранить еду. Черт его знает, вообще все как-то. Ну черт его знает. Знаешь, это бетон где-то, да? То есть это, блин, не. Все какой-то раствор. Сплошный. Вообще это ванна. Раствор. Ну, конечно, ванна, смотри, что-то здесь можно было и вставать. А ты думаешь, это единый камень что-то было? Им нужно было вот такие углы ровные делать, обтекающие. Да нет. Это все раствор. Ну вот такие вот штуки, это известняк, похоже. Вот когда он там такими штучками. Ну, известняк же тоже мягкий материал. Бетон, бетон. Известняк бывает разный. Я пойду это в гости. Наверх? Нет, в гости. На камеру, короче, это, ребят, вот три камня берем с собой из Херсонеса здесь и нашел. Не вот эти вот гравий, которые валяются, вот. А вон там в доме. В храме. Ну вот.
Один из них разыграем, самый красивый. Пишите комменты, ставьте лайки. Условия конкурса придумаем. Ты как мама, а блин, из крепости это? Камни тащишь. Не это... Хо-хо-хо-хо-хо. Вот да, это да. Оказывается, все. Классно. Вот он, как с высоты. А, о, слушай, как классно. Да. Плотные застройки. О, а как это здесь? Получается, мы на стене, вы здесь, а, или типа, здесь вот, короче. А, вот он храм, вот они, полукруг. Да, да, да. Вот они, а я что-то там не разглядел, что они полукруг. Вон там, видишь, какие-то окошечки маленькие. Ну да, мы как-то вот оттуда заходили, вот так вот здесь шли, я вот помню просто. Здесь же уходили. Дети были. Берег охраняли во Вторую мировую войну. Не только зенитки, а всякие корабельные пушки. Она одна, там вторая. Снимать сильно народ. Угу. Да-да. Вот так как я работаю. Такие здоровые такая. Настоящие или это? Настоящие, конечно. Угу. Ну вот типа скульптура откуда-то открашивается. Ага, военный. Хочу купаться. Купаться. Хочу купаться. Хочу баловаться. Тут при солнышке ночью. Ну ладно, хоть как-нибудь. Купаться запрещено. Хочу купаться. Хочу купаться. Запрещено купаться. Помнишь-то какие хорошие звуки. Ага. Тут колонны, да, крепились, как видишь? Угу. Вот, кстати, штырек да. Этот снимаешь? Угу. Вон, видишь? Тоже здесь вот такой. Предыдущей цивилизации.
плотная застроечка, очень плотная. Наверное, везде было мало. Наверное, наоборот было. Холод, что такое, топиться там, вот они все чуть-чуть крутили здесь. С говной палкой. Да. Вот эти колонны. Красивые какие. Пойдем через вход. Через окно? Двери. Окна. Снежинка. Они мечтали о снеге здесь. Нет, вообще нет. Ой, нам нельзя так делать. Нельзя, да? Не знаю. А вот смотри, какие красивые, прикольные. Угу, пальмочки. Буква Б, он внизу, видишь? То бишь В по-русски. Ну вот это точно колонна с этого, с гривны с одной. Давай, вот такие вот, ребятки, руины древнего города Херсонес. Прямо у моря. И древнегреческие руины, древнерусские, древнеукраинские, древнекрымские. Куда? Не знаю, потрогать. Потрогать камни. Пойдем, хочешь спускаться, спускайся. Не хочешь спускаться? Пошли колокол смотреть. Колокол вон тот. Не написано ничего, где это табличка. Да, здесь что-то нет таблички. Вон, вон она там табличка. Он где-то вот с тех скал меня посвящали в археологи. Да, да. Вот, цистерна для засолки рыбы. 1-5 век. Века. Так, камеру я держу вроде. Ого-го-го-го. Это тут столько рыбы они засаливали. Ну, понятно. Вот кто-то кепочку свою засолил. Ну ладно. Шикарно. Идем на колокол. Ну понятно, это у тебя какой год ты тогда ездил? Ну да, вот и да, 2005. Да я еще раньше ездил, чем 5. Здесь только все раскапывали. Все выцвело, вообще ничего вот не видно. Вот,
Вот посмотрите. Вот этот человек раскапывал. Какой нахрен космонавт, блин? Я не говорю, что я космонавт. Еще агроном, ёпты, агроном. Вот. Археолог-агроном. Чё ты, я слесарь? Археолог-агроном. Я начал как на профессии изучать. Так оно и пошло, короче. По стенам не ходить. Ну иди вот сюда вот, блин, что тебя тянет-то прямо, а? Разбежавшись, прыгни со скалы. Часовню. Часовню, да. 10-13 ВВ. Вот такая часовенька. Небольшая. Не, ну круто же, да? Вот это какой-то современненький уже раствор. Да нет, тут очень много современного, конечно, восстановлено, как бы. Прям да. Да. А? Ого. Вот по этому камню они сделали вывод, что это часовня была. Ну да, ничего себе. Прикольный камушек. А? Слушай, ну это надгробие, да? Там вверх крест, да, а здесь они вниз пытались сделать крест и что-то не доделали. Или вот, может на камере будет видно. Угу. О, да. Это какой-то большой, какой-то надгробие непонятное. Толстый такой камень, широкий. Ровненький, главное, везде. Ну это да, заливали все. Это естественные вот эти камушки собраны. Но такие штуки, они каким-то образом имели технологию цемента. А форма почему не осталась? Какие формы? Формы просто из дерева. Или из земли выкапывали и в землю заливали. Потом откапывали. Колокол. Колокол нифига не помню. Может, его и не было тогда. А что никто не бьет? Можно отойти? На, Саш, быстро. Ну вот так, против солнца, не знаю, ничего не видно. Видно, что он медный вообще. Там ни людей не видно, ничего не видно. А это надписи какого-то. Какой смысл? А, это про надпись? Давай. Табличку, давай, может, давай. И будет видно, где она тут. О. О. До 16-19 века колокол находился на звоннице Херсонского монастыря. В Крымскую войну его вывезли в Париж в качестве трофея. Откуда он был возвращен в 1913 году. Надпись на колоколе гласит: «Сей колокол вылет святого Николая Чудотворца Таганро из турецкой артиллерии весом пут 1778 год до месяца августа числа такого-то». Короче, из турецкого этого металла. О, да ладно, никого нет. Просто камешек колокол. Можно просто снять колокол, да. Ну все, ребятки, говорим пока Херсонесу, не прощаемся. Едем искать кемпинг палаточный. Короче, где и машину поставить, и палатку.
переночевать, а завтра уже двигать в сторону дома. Вот такая крымская поездочка, да? Которая еще не закончилась. Еще примерно сутки нам еще. 24 часа в Крыму быть. И это место страшное.